Сегодня съемочная группа программы «Вятка Тудей» приехала в третий раз к дому по адресу Цеховая, 9, основная проблема которого – мусор, который не вывозится. Наш предыдущий сюжет по поводу мусора около Цеховой, 9 прокомментировало правительство Кировской области. Они уточнили адрес и пообещали, что разберутся в проблеме. Прошел практически месяц, а мусора стало только больше. А что делать? Самим вытаскивать. Наверное, за вывоз-то мусора дом исправно платит? Да еще как неисправно, конечно. Мы за все исправно платим. Ну, у нас тут старший, не знаю, ходил, да. Тоже обещали, да, в течение месяца вывезти. Но месяц почти прошел. Хорошо. Ну, так вы знаете, все обещает, обещает и обещает. А вас и ныне там. Пилены это они, конечно, не обязаны, может, вывозить, я не знаю. Ну, вот этот-то мусор-то, вот, понимаете? Мы ходим по дороге, асфальта-то нету здесь. Старушки ходят тут, машины ходят. А здесь все, видите, что творится? Это же безобразие. А такого-то нигде нет. У нас в Коминтерне такого нет. Я смотрю, так я вообще, я поражаюсь. На самом деле я поражаюсь. А ведь деньги-то с нас ведь сейчас берут. Человека берут. И такой ужас. И нет дороги ведь нет, и ничего. И старушки ходят вот по главной дороге, где ходят машины. Нам остается только надеяться, что здесь не собираются открывать новый мусорный полигон, что все слова, вопросы и обещания будут выполнены, и в скором времени жители по адресу Цеховая, 9 смогут наблюдать возле своего дома чистоту и порядок. Антон Данченко, специально для «Вятка Тудей».